Дорогая, приехал. Ну, как доехал, папуля? Что это такое? Доехал отлично. Это подарки. Вот это вот дочке. Прелесть. Какая прелесть. Наверное, дорого, папочка, не? Да нет, у меня 1000 рублей было. Так. Там какая-то женщина по поезду ходила. Ага. И мягкие игрушки предлагала. Так. Недорого. Сколько? 100 рублей. Иди ты. Ну. 100 рублей? Ну, удачно же, да? Даром. Просто даром. Просто даром. А это тебе? Нет. Да. Нет. Боже мой, это прелесть. Просто прелесть. Тоже одна женщина по поезду ходила, угу. Вот предлагала хрусталь. Всего 600 рублей. Иди ты. Да. Ударом. Ну как было не взять? Ну конечно. Ну, папа, ты такая умница. Ну просто прелесть. Вот ты никогда не пройдешь мимо выгодной покупки. А себе, папочка, какой подарочек сделал? Купил? Ну, как... 600 и стоит 700, там же 300 рублей у тебя еще осталось. Нет, не осталось. Okay. А там еще одна женщина ходила, uh-huh. Тоже предлагала. Представляешь, всего за 300 рублей. Ну, я считаю, что это вообще даром.